Я понимаю, что работа с людьми, наверное, наиболее тяжелая работа. Она требует большого эмоционального напряжения. Зачастую вам тяжело сохранять выдержку и самообладание в сложных конфликтных ситуациях. Но в абсолютном большинстве случаев вы с этим блестяще справляетесь. Кроме того, пандемия коронавируса – это было очень серьезным испытанием, в том числе и для сферы торговли. Вам пришлось и вашим коллективам работать в средствах защиты, что, поверьте мне, непросто, я это прекрасно понимаю. Работать в неблагоприятной эпидемиологической обстановке, работать в условиях недостатка кадров. Но ни на один день магазины не закрывались, и ни на один день мы не лишили наших граждан свободы выбора. И в этом заслуга вас и представляемого вами коллектива. В условиях геополитической нестабильности появились новые вызовы. Разрыв прежних логистических цепочек, поиск новых поставщиков, периодически борьба с ажиотажным спросом. То есть легче не стало. Но еще раз говорю, что и пустых полок в магазине у нас не появилось. Значит, несмотря на все трудности, вы с этим справляетесь. За что огромное спасибо от всех гродненцев и жителей Гродненской области.